незаметно летит время. И вот скоро Новый год. Я предлагаю вам очень просто сделать вот такой новогодний шарик. Если вам это интересно, давайте сделаем. Ну что ж, сначала покрасим. Крашу я обычной водоэмульсионкой, которую, в которой развожу колер для водоэмульсионки. В таких маленьких пузырьках продается. Хотя красить можно, мне кажется, чем угодно. Можно и металликом в банках краской. Только знаете, что нельзя красить аэрозолью. Вот что. Потому что аэрозоль, она ее сжирает. Она вся покрывается ямами. Вот, а так акрилом. Вот, никогда акварелью не красила. А так, я думаю, и гуашью можно. Я думаю, чего угодно можно. Только вот масляно еще не знаю, как краска реагирует. Вот, а так всеми этими художественными. Цвет я сделала посветлее, чем предыдущий шарик. Ну, так одинаковые тона в одной гамме. Ничего я не придумала, как ее. Можно, конечно, на какую-нибудь шпажку, на иголку воткнуть и покрасить. Вот, ну я просто поставлю посушить, а потом вторую половинку докрашу. Так, ну что ж, шарик наш высох. Начинаем приклеивать кружево. Обычно ПВА. Я не люблю кружево приклеивать на горячий пистолет. Мне больше нравится, когда оно прям так хорошо лежит, все. Без всяких, ну, знаете, да, от горячего пистолета такие немножко следы остаются. Я не люблю шары традиционных цветов. Синий, белый, красный. Я люблю разные цвета. И у меня каждый год они разные. Обычно на таких пенопластовых шариках есть полосочка. По ним очень удобно приклеивать. Но тут как-то местами есть, местами нет. Так, ну, сейчас приклеим, будет опять сухнуть. Да, с горячим пистолетом все быстрее гораздо. Но кружево не люблю. Вот у меня даже был 3 года назад были черные шары. Причем получилось очень красиво. Просто, ну, меня выпросили их, я их подарила. Черные с серебром. Все детали были серебряного цвета. Так выглядело благородно и дорого. Так, думаю, надо решиться и сделать как-нибудь черные.
Так, ну, при высыхании ПВА, конечно, становится невидимым, но все равно чуть-чуть меняется цвет, поэтому я все остальное покрашу. И пусть сохнет, высохнет. Сделаем бант. Будем украшать дальше. Так, ну что, пока сохнет шарик, сделаем бантик. Так сложим. Ой. Немножко так, прям не то, что его совсем стянуть, но так. Неровно получилось. Сейчас выровняем. Он показывает такой, ну, самый легкий, самый такой, не знаю, ну, не примитивный вариант, ну, довольно простой. Можно, конечно, запариться и делать и декупаж, и, ой, ну, да чего угодно можно сделать. Это такой простой вариант украшения шарика. Сейчас обрежем. Где ножницы взяла? И вот это. Ну, вот это вот сюда приложим и сейчас приклеим. Но сверху я еще приклею. Вот такой бантик. Вот. Получится у нас вот так. Ну что ж, высох у нас шарик. Так, давайте пока бантик, который собрали, сейчас приклеим его вот сюда, чтобы вот здесь вот шовчик этот закрыть. Ой, немножко неудобно. Сверху вот эту штучку сейчас. Горячий пистолет, конечно, вещь хорошая, но вот эти все это нужно очищать, снимать.
Так, ну и теперь вот такой бантик пластиковый. Сейчас сюда приклеим. Так, ну вот что у нас получилось. Так, теперь нужно вот эту штучку приклеить, за которую вешать ее будем. Ну, находим примерно серединку где-то. Вот так вот, я думаю. Так, сейчас мы... приклеиваем. Так, то, что она по цвету не золотая, это, в общем, не будет особенно видно. Но если будет видно, потом подкрашу золотой краской. Так, ну что, и теперь будем приклеивать вот эти веточки. Веточки у меня от старой ёлки, от маленькой. Поэтому они, в общем, не очень... скажем так, выглядят. Ну, у меня негде пока тут взять. Поэтому... ну, тут уже как вашей душе будет угодно. Смотрите сами, что куда... как вы будете клеить, это уже как ваша фантазия вам все к рукам прилипает, подсказывает. Так, сейчас мы их... да где-то все цепляется. Все за руками тянется. Я не знаю, может быть, это я не умею так меня. Ой, вечно. Так. Ну, вот так еще приклеим, наверное. Так. Вот эту можно еще приклеить. Ну, конечно, самое ответственное. Господи, куда я? Привычка все к себе придвигать. В самый торжественный момент должен закончиться горячий пистолет. Без этого, ну, никак. Ну ничего. Ну и все, мои дорогие. А теперь, как вот, что вам захочется, куда приклеить, то и клейте. Такие ягодки вот продаются в магазинах. Мне, к сожалению, достались уже только белые. Потому что были такие хорошенькие. Но их уже раскупили. К сожалению, у нас в Черноморском выбор очень небольшой. Поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. Шишки у меня очень большие, поэтому я не стала в этот раз
Клеить шишки. Очень они у меня крупные. Поэтому клею всякие природные материалы. Вот шиповник. Так, ножницы улетели. Так. Искусственные ягодки. Вот есть у меня яблочко. Куда бы нам его приклеить? Да что? Мудрить. Прямо сюда и приклеим. Так, вот есть у меня бутончик от розочки. Ну, хоть оно и вроде бы и не новогоднее. А почему бы нет? Так. Короче говоря, простор тут для фантазии. Это ж такое удовольствие делать своими руками, украшать свой дом. Я не знаю, мне очень нравится. Так, вот сюда еще можно. Короче, отрежу. Где у меня еще нет красненького? Тут нет. Ой. Так. Держится замечательно. Давайте я потом все это поснимаю, конечно. Так, там еще. Куда мы еще? Не ругайте меня сильно, я делаю, как умею. Но очень люблю это дело. Специально собираю природные материалы, какие-то маленькие шишечки, чтобы потом это можно было. Ну, я думаю, что хватит. Не знаю, я не люблю вот очень, знаете, прям перебора. Так. И еще у меня есть золотые снежинки. Я думаю, может быть, их приклеить. Как-то нужно что-то подложить. Вот.
Да, вот проблематично с этим, с круглыми шарами. Голографические прям переливаются всеми цветами. Ой, неудобно. Сейчас я что-нибудь придумаю. Сижу в темноте, все это делаю. Немного не хочется. Вроде бы хочется, чтобы снежинки были, да? Все-таки Новый год ведь. Неудобно. Ни на чем стоять не хочет. Ну, так-то, в общем-то, не страшно, оно ничего не отвалится. Просто неудобно. Так. Ну вот. Не знаю, надо снизу сделать. Хотя можно и снизу сделать. Тоже так же несколько штучек. Ой. Так. Я думаю, достаточно. Ну, вот такой шарик получился. Ну, просто же, правда? И минимум времени. Самое, в общем-то, время заняло покраска, пока сохла. Ну, что ж. Вот такие два шарика у меня получились. Работой я своей вполне удовлетворена и довольна. Очень приятные шарики. А это я шила в прошлом году на Новый год. Вот такую елку-подушку. Делала вот такой большой шар с декупажем, елку из ракушек и вот такой венок. Вот этим часам 64 года. Они мне ровесники. Это по фильму «Карнавальная ночь», песня «Пять минут». Я их очень берегу. Ну что, спасибо за внимание.
Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Всем здоровья, удачи. Ну и с наступающим Новым годом. Пока-пока.